сегодня у нас отличная погода, весна, я решила снять это видео на улице. Я в такой шубке, из-под какой-то собачки, как будто потому, что это видео будет про обзор вольера для нашей будущей собаки. Мини-рум-тур по вольеру. Если вам интересно, то пошлите смотреть. Вот этот вольер. Сижу, я сделала его сам. Вот такой вот он железненький, красивенький. Достаточно большой. Тут могла бы быть площадка для наших детей. И тут такой навесик. Ну что, давайте зайдем внутрь. Пошлите. Он на вот таком вот супер-пупер огромном зажиме. Очень, кстати, удобно открывается. У нас не было креплений специальных. И вот Сержунчика сам все придумывал. Молодец вообще. Я его обожаю. И та-да-да-дам! Вот такая вот хибарка. Здесь не очень высокий потолок, ну здесь он высокий-то и не нужен. Деревянные полы, тут у нас сначала залито все бетоном, вот сбоку тут все видно. Сделана стяжка, а потом сверху еще, в общем, чтобы собака не мерзла, у нас тут деревянные полы. Вот эта решетовочка. С этой стороны у нас забор. Здесь у нас будет такая горка. Вот это вот пентхаус такой для собачки. Металлический. Вот так вот. И двухкомнатная будка. Вот это первая комната. И вон там вот еще вторая с небольшой дверцей, чтобы не задувало. В общем, типа это летний вариант. А то зимние. Дети здесь уже играли. Вообще тут было очень все чисто, подметено. Но сейчас вот дети, когда был дождь, они заходили сюда и играли. Им тут так нравится. И горка, и сама будка. Будка занимает примерно третью часть всей площади вольерчика. Такой вот вольерчик. Он у нас присоединен на крыше к нашему туалетику. Здесь есть свет. Вот в темноте, в общем, будет не темно спать. Да, вот лампочка горит, и выключаем, и включаем, и выключаем. Вот, и розетка, если вдруг для чего-то собаке понадобится пылесос или посудомойка. Вот, в общем, и мы планируем взять овчарку. Ну, не мы, а Сержуня, в смысле, ему так хочется. Вот такой вот вольерчик. Так что, если у вас есть бездомные овчарки, то говорите им наш адрес. Их ждет здесь практически двухкомнатная квартира с пентхаусом. Да, вот такой вот вольерчик построил мой муж. Скажите, если у вас собаки, любите ли вы животных? Потому что, если честно, то я не очень люблю животных, но у Сержуни есть такая голубая мечта. У него в детстве была собака, овчарка, она жила с ними в квартире, она была каким-то там четвертым, пятым членом семьи, и у него очень приятные воспоминания об этом, и ему хочется, чтобы наши дети тоже любили животных, могли за ними ухаживать, вот, и для этого, для того, чтобы завести собаку, чтобы не мучить животное, мы решили сначала построить этому животному дом, а потом уже заводить животное. В общем, если вам было интересно, то обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И ждите новых видео. Ну все, на этом все. Всем пока-пока. И все будет хорошо.